Всем привет, друзья, с вами Мэнэл Вагор, и сейчас я вам покажу просто дичайший бой, который со мной случился на стриме. Я даже решил отдельно сделать видос, потому что, ну, это просто не вписывается в мое понимание. Короче, играла стрим на Т20. Был крайне невезучий вечер, у меня абсолютно не залетало. Ну, короче, крайне невезучий получился вечер. 3 часа я чуть ли не потратил зря, потому что, ну, просто снаряды не залетали. И вот все время вот эти глюки, какие-то подтормаживания. Даже сейчас вы можете видеть, как оно... Я еду, и у меня танк дергается. Оно все так было в каждом бою. Вот я сейчас еду, у меня танк дергается, потому что это реплей. То есть это также было и на серваке. Я не знаю, с чем это связано, но, короче, последние дни, последние недели вот такая фигня случается. И, собственно, в чем прикол? Решил, я думаю, поиграю в конце стрима уже один бой на Е4, просто так ради удовольствия. И, наверное, за все мои страдания за весь вечер картоха решила прогнуться, притом настолько жестко, что я сейчас вам покажу 3 дичайших шота, которые я просто не могу объяснить. Итак, сейчас, в принципе, какая ситуация? Тяжа у нас там сдерживает, на зелени наши колесники там успешно все катаются. Единственное, 105-стик, который может просветить центр, да и того, прессует сейчас 268 вариант 4, и он особо не может здесь погулять. На центре же катается вражеский колесник, который делает очень крутую штуку, он подсвечивает своим ПТ-шкам, ну, в принципе, занимается своей работой, а там как-никак стоит гриль, Е4 и ЯКП-100. То есть эти две ПТ-шки, если у меня попадают, они меня убивают. Вот сейчас случается первый шот. Во-первых, я отъезжал назад. Во-вторых, я вышел со снайперского режима. В-третьих, я абсолютно не сводился. Я просто дал шот, и оно залетело. Это первый шот. Потом в конце видео я вам покажу, куда это все залетало, куда эти все дикие шоты залетали. Вот я не могу объяснить такие выстрелы, я не знаю, куда оно там все залетало, попадало, но идем дальше. Собственно, я понимаю, что ситуация не поменялась, наши колесники, наши ЛТшки на зелени занимаются абсолютно ничем, потому что карта 800 на 800 довольно-таки маленькая. И смысла с ихнего света, который практически отсутствует, потому что светится там максимум 2 танка, хотя там очень много танков, практически нету, и мы потихоньку ливаем, как бы ничего нового. Что ж поделаешь, 3-ю ЛТшку нашу уже убили, Шеридана, не знаю, где он катался. У них тоже не особо хорошие ЛТшки, по факту единственный, кто хотя бы что-то у них делает, занимается своей работой, это, собственно, ЕБР. Здесь я вот специально как бы выезжал, каток высовывал, чекал на лампочку, да. Колесник так и дальше катается там, я не хочу вылазить, потому что, как я уже сказал, даже 2 из этих 3 ПТ-шек, если будут стрелять, они меня могут убить с одного шота. Поэтому, с одного залпа, вернее. Поэтому я не особо хочу вылазить. Здесь 105-стик наконец-то решается что-то сделать. Правда, он поехал на свою погибель. Но он подсвечивает 140-го, он подсвечивает ЕБРа, которого там катается, и успешно отправляется в ангар. Здесь я думал выехать выстрелить в ЕБРа, но думаю, блин, раз уже так сильно повезло, второй раз по-любому не сможет, ну, то есть не повезет, поэтому, тем более, разменивать какие-то 300 хп колесника на свои хп больше 1000 не особо хотелось. Короче, разворачиваюсь, еду обратно. Понимаете, что у нас здесь, скорее всего, будет поражение, потому что команды, ну, прям очень плохо играют. Здесь Грилёныш тоже отчаялся, смотрю то, что он полетел прям яростно вперед, думаю, хотя бы его разменяю, хотя я планировал ехать вообще на базу. И был, в принципе, прав, он выезжает, засвечивает Гриля, засвечивает Е4, и как бы Грилёныша я уже не достану, думаю, дам шот в Е4. И вот он, второй выстрел, Е4 уже практически был за домом, то есть там его торчало какие-то пикселя. Снова выстрел в движении, снова выстрел без сведения, и снова выстрел, по факту, даже уже не в снайперском режиме. Я просто вышел, дал вертухан, все, попал. Как, спрашивается, как оно так залетает? Почему такие выстрелы случаются раз в 5-летку, а у меня с забоя случилось аж целых 3? Здесь грели ему, ну, не повезло, не знаю, куда он там меня целил, или он хотел меня через каток пробить, или целил в НЛД, залетело в каток, ну, хотя с точностью гриля это сомнительно. Ну, короче, он меня не пробил, повезло. И вот он, 3-й шот. Врывается колесник. Я стою, он уже был полностью за стеной. Вот здесь, как ни крути, он полностью был уже за стеной. Сейчас проигрывается реплей. Это не вырезано со стрима, это реплей.
Это значит, показывается то, тем более у меня серверный прицел включен, у меня галочка стоит в клиенте, то есть я стреляю с серверным прицелом. Как я сейчас выстрел сделал сквозь стену, я не знаю. Вот это третий шот, который я абсолютно никак не могу объяснить, но факт остается фактом. Как бы тут уже конец боя, у нас как бы стопроцентное поражение здесь с полной сводкой, уже в гриля стрелял, короче, не залетело, ничего нового. Я уже понимаю то, что после таких трех безумных выстрелов вертухан у меня никакой уже залетать не будет. И даже с полной сводкой я не попал в гриля, сейчас гриль снова стреляет. И, кстати, снова вертухан без сведения все залетает. Как это все работает, не знаю. Вроде сводишься полностью, чтобы нанести урон. Урон не наносится. Куда она попадает, хрен его знает. А вот вертуханы со сведением, как очко, оно все залетает. Здесь даю выстрел, понимаю, что сзади меня сейчас тоже будут убивать, поэтому еду вперед и умираю от орды. Классика. Итак, после окончания боя я решил все-таки посмотреть с помощью модика просмотра попаданий, куда же я попадал, как я, нанося такие жесткие выстрелы вертухана в движении, абсолютно без сведения, просто выстрелы примерно там, куда будет ехать танк, настолько жестко попадал. И если честно, я был очень даже поражен. То, что я последние два шота дал в гриля, как бы тут понятно, очевидно, я полностью все свелся, дал выстрел, попал, как бы да, все круто, классно. Переходим дальше. В самом начале боя я дал очень жесткий выстрел по колесному танку, когда он уже по факту залетал за дом. Я абсолютно без сводки в движении назад, потому что я тогда заезжал за угол обратно, чтобы меня не отстрелили вражеские ТТ. Собственно, я дал в него шот. Шот голдовым подкалиберным снарядом. И вот куда он залетел. Это первый выстрел. Написано критический выстрел плюс урон. Давайте рассмотрим его поподробнее. Во-первых, я ему попал в колесо. Окей. То, что как бы я пробил колесо, это, ну, это, кстати, странно, потому что в основном колеса у колесника блокируют абсолютно любой выстрел любым снарядом в колесо. Они работают как такой себе щит. Так вот, я пробил этот щит. И что мы видим? Как я мог сюда нанести урон? У меня выстрел залетел под сам танк. Как я мог ему нанести урон, стреляя сюда? Написано урон плюс крит. Я нанес 657 единиц урона. Помимо того, что у меня, ну, здесь даже траектория снаряда такая идет, такое ощущение, что я стрелял на уровне... Ну, то есть на уровне земли, то есть у меня такое ощущение, что ПТ-шка была закопана в землю. Я дал шот, попал ему в колесо, и вот за колесом абсолютно нет никакого пространства, нет никакого тела. Вернее, танка, а не пространства. Пространство как раз есть. И вопрос, как я через это пространство мог нанести какой-то урон подкалиберным снарядом. То есть это не какой-то был, я не знаю, фугас, что урон пошел от колеса куда-то в корпус. Это был подкалиберный снаряд. Даже по снаряду видно. Подкалиберный, брони подкалиберный, голдовый снаряд на Е4. Я каким-то чудом умудрился ему дать сюда урон. Это просто какая-то дичь. Я не знаю, как описать и что сказать после вот этого выстрела. Это какая-то дичь. Я не знаю, что тут сказать. Переходим дальше. Второй я выстрел дал в Е4, когда он уже по факту заехал практически за дом. Вот, кстати, с колесником в предыдущей ситуации была та же фигня. Он уже практически, ну, даже не практически, он уже залетел за дом. В него все равно влетел выстрел. Не знаю, может, он на серваке как-то по-другому работает, фиг его знает. Но здесь тоже Е4 абсолютно тоже без сводки, в движении. Я снова-таки ехал назад. Я выдаю шот, попадаю ему четко в двигатель, наношу урон. Это как бы второй такой, ну я не знаю, и третий выстрел, который тоже, можно сказать, адское просто безумие. И снова таки я попадаю, вот на видео четко видно, то что танк уже залетал. Ну то есть я не знаю, как я тут попал. Уже второй раз необъяснимые абсолютно шоты по колеснику. И как бы хоть я и убил колесника, ну потом было два выстрела по грилю, это уже не особо так, ну то есть... Здесь я полностью сводился, здесь как бы все гуд, никаких вопросов нет. Но вот это просто море вопросов у меня вызывает, каким образом я ему нанес урон.
Не знаю, не знаю. Что думаете, вы пишите в комментариях. Потому что, как бы, ну, этот модик отображает то, как оно было. Он не отображает там, что на серваке, ну, по факту, то, как, то, куда я попал. То есть этот модик не думает, что как это физически возможно. Он просто рисует так, как оно есть, так, как оно было. Как я ему сюда нанес урон, я не знаю. Я не знаю, как это описать. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Вот такой вот получился видос. Ставьте лайчинские, подписывайтесь. Всем счастливо и пока-пока.